Айнане-нане. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации, магнит передовой технологии конструкторского бюро «Челомей», личной разработки профессора Лебединского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Научный центр Сечина, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солну, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вавилов», место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Он начинает боевой разворот! Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Растягивайте его! Да вот дерьмо! Послушайте, пока. Точка назначения. Достигнем. Лаборатория номер. Товарищ майор! Давайте руку! Я провожу вас в комплекс «Вавилов». Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок, железный! Упала! Что творишь? Валите нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена?
Же болит башка. Волшебник, я АП-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции – Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Наш себе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания?
Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительную работу в комплекс ВОГИ в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Твою мать, отвали-то! Пошел нахер, сука! А ну, встреть меня! Чуть ты рот раззявил, чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А, чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? Полного пиздеца, блядь, сынуля! Да полного пиздеца! Не работает. Иди сюда, громила, иди сюда. Быстрей, 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 быстрей. Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо. Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два дня мне покой не давали. Получите! Да что вас собаки драли? Черт! Да ж... А это у тебя откуда? Ты моложе. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Вот вляпался, блядь. Жиши, пиши с буквой «Жю».